Все, мы начинаем. Доброго времени всем. Рада приветствовать вас на своем вебинаре. Сегодня стиль жизни с проектом «Экспресс-карьера» и компания «Reflame». И проведу вебинар я, Лукашкина Инна. Я партнер проекта «Экспресс-карьера» в звании старший золотой директор. Итак, будем начинать. Немножко давайте познакомимся поближе со мной, да, мне 35 лет, я родом из Кривого Рога. Целый год я проживала в Болгарии со своей семьей. Мы получили вид на жительство. И забегая наперед, скажу, что это все произошло, конечно же, благодаря моей удаленной работе и нашему проекту. На данный момент я в открытом звании сапфировый директор, закрытый старший золотой директор. До Oriflame я работала оператором ЭВМ, бухгалтером, инженером в Мединвест Холдинге. 7 лет у меня стажа наемного труда. И ушла я во второй декрет с должности инженер первой категории. Должность как бы, да, хорошая, в управлении комбината, чистота, уют, все, работаю за компьютером. Но уйдя в декрет, я себе поставила как бы другие приоритеты, да. Семья для меня стала как бы важнее на первом месте, и я начала рассматривать возможности, где бы параллельно, во-первых, в декрете зарабатывать, да. И возможность не выходить уже на наемную работу, поскольку с первым ребенком у меня был опыт, я ее в год и два сдала в садик, и я ее практически не видела, не хотелось того же мне со вторым ребенком, да. Вот так вот, да, средний мой доход на данный момент 33 тысячи гривен или 80 рублей, 80 тысяч рублей или 1250 долларов, если в долларах. Благодаря сотрудничеству с Oriflame я купила автомобиль Toyota Corolla, получила суммарно премий за время моей работы 8500 долларов. Скажу еще, работаю я уже более 5 лет в нашем проекте. Дальше путешествуем мы с семьей от 2 до 3 раз в году. Конечно же, путешествую бесплатно и с компанией. Посетили 4 страны: Болгария, Египет, Турция и Испания. И в сентябре мы снова летим на Пальма де Майорку от компании Oriflame на золотую конференцию. И снова же это будет все абсолютно бесплатно. Скриншот моих доходов вы видите тоже на экране, то есть все честно, все правдиво. Покажу вам свою семью. Это в начале верхний ряд, это старт моего, мой старт в нашем проекте. Это такая малюсенькая у меня была дочь, 1,5 годика ей было, когда я пришла. Вот так я вот с ней иногда работала, когда ей очень нужно мамино внимание, а у мамы срочно важная переписка с кандидатом, да. Дочь у меня могла сидеть на ручках и рисовать, я отвечала. Потом я садилась с ней там дальше, играла. То есть, да, все возможно. Возможно совмещать декрет, возможно совмещать и с основной работой, много у нас девчонок совместители, можно совмещать и двое детей, как бы, да, все здесь зависит от нас и от поставленных вами приоритетов. Иногда вот у меня был вот такой порядок, как вправо, справа в углу, вверху, да, когда я тоже очень была занята, позволяла: доставай все, играй всем, пожалуйста, позанимайся сама, мне нужно, мамочке нужно работать. И это же, да, в первую очередь ради детей, ради вас. Это я считаю в разы лучше, чем когда мамочка вообще ушла на работу, ребенок в саду, вечером прибежала, забрала, быстренько как дела, что ела, что пила, и мама на кухне, да, и так каждый день, выходные тоже, стирка, глажка, уборка, семьи толком и не видишь, а еще и уставшие, головные боли и раздражение от наемная работа, и что ты хочешь, может быть, да. Это внизу мы уже такие взрослые, малышке 7 лет, старшей дочери вот было 16,
Вот так вот за время работы в проекте мы все подросли, и вот так вот я изменилась, да, слева до проекта, как я выглядела, да, справа в проекте, и 35 лет вот как бы сейчас. То есть благодаря нашей продукции, благодаря компании Oriflame мы не только можем находиться дома и зарабатывать, не только можем там путешествовать, да, иметь свободу и так далее, мы еще и преображаемся, мы еще и получаем и красоту, и здоровье, да, то есть меняемся и внешне, и внутренне. Так, скажу, слайды есть, хорошо. А, вы отвечаете, девчонки, хорошо, спасибо. Скажу несколько слов, почему именно с проектом «Экспресс Карьера» я сотрудничаю. Кто знает, кто не знает, у нас есть свидетельство о госрегистрации, поэтому у нас все законно и все прозрачно и надежно. У нас есть опыт работы и система, более 7 лет в сети интернет мы работаем. У нас есть отличные результаты, более 600 званий директоров и выше по нашему проекту. Мы, заметьте, топ-1 Украина и топ-2 в странах СНГ. Именно наш проект. Вот такие вот у нас классные достижения на данный момент и всего лишь за 7 лет работы. Сейчас уже перейдем детальнее, да, расскажу вам суть нашего проекта, и вначале еще хочу с вами поделиться такими своими наблюдениями и выводами, да, почему же я именно здесь, и почему вот на протяжении уже 5 лет я сотрудничаю именно с этой компанией, там не ушла в какой-то найм, не ушла в другую там компанию и так далее. Хочу показать вам на цифрах. Я экономист по образованию, и, кстати, это, наверное, тоже одна из причин, почему я здесь, я приняла решение здесь развиваться, потому что я все просчитала, посчитала, и товарообороты, и доходы, и пассивные доходы, и, в общем, все свои выгоды, плюсы и минусы, и, соответственно, я сделала выводы, что да, здесь выгодно развиваться, здесь выгодно работать, здесь очень большие перспективы и, конечно же, здесь надежно. Компания более 50 лет на рынке. Смотрите, в 2015 году средняя зарплата по Украине была в январе 3455. Возьмем только по Украине, рассмотрим, вы увидите все слайды. Если кому миленько, у вас, кстати, справа в верхнем углу должна быть лупа с плюсиком, нажмите, и вам будет более четко все видно. На декабрь месяц это было 5230 гривен. 18-й год, сейчас вы поймете, почему я еще взяла эти года. 18-й год, на январь это было 7700, на декабрь 10500. То есть вы видите, как за год меняется заработная плата, да, вот тут с 3400 на 5200 даже нету 2000 гривен за год. Ну, это вообще смешно. Я знаю по себе, когда я была 2 года в декрете, мне привезли один раз переводную подписать об увеличении окладов и увеличили мой оклад на 250 гривен. То есть 2 года я была в декрете, и вот где-то так к концу 2 лет мне привезли эту переводную. Ну, это смешно, это слезы, и это ж еще, кстати, грязными, да, потому что еще ж потом налоги вычтут с этой суммы. И смотрим, 19-й год по Украине, 9223 гривен средняя зарплата, несмотря на то, что в декабре она была 10500. То есть пошло еще уменьшение средней заработной платы. И вот на июнь последние данные 10783. То есть сравнить с декабрем, за полгода на 200 гривен увеличилась заработная плата. И точно так же вы видите по другим областям тоже показатели не лучше. Что же в это время происходило? Сайт, у меня сайт не слетает.
Что же в это время происходило у меня? В то время, когда я приняла решение уйти с наемной работы, не выходить из декрета на наемную работу. Далее ниже покажу свою трудовую книгу, где я официально уволилась по собственному желанию. Я не вышла, как я уже сказала, с декрета на наемную работу, уволилась и полностью развиваюсь только здесь. Что же было у меня на счетах в среднем в это время? 2015 год. Моя средняя зарплата 6612 гривен за 3 недели пришло мне 20.11. И вы видите, до этого 4.11 было 5100 гривен. Кто еще не знает, у нас доходы начисляются каждые 3 недели. Соответственно, 17 раз в году мы получаем доход. И, соответственно, у нас есть месяца, в которых нам идет начисление 2 раза в месяц. Итого выходит средняя моя зарплата, поскольку это за 3 недели, 11 716 гривен, 2015 год. И смотрим 2015 год, зарплата по Украине, на декабрь месяц это было 5 тысяч, да? Самая большая это Киев, 5 400, нет, Донецк еще 5 800, вот я вижу. То есть вот так вот, да? Идем дальше. 2018 год по Украине 10500 средняя заработная плата. Что было на данный момент у меня и у компании Oriflame? 2018 год за 3 недели было 17 601 гривна. Тут я забыла, не перевела, сколько в месяц. Но вы можете посчитать. За 3 недели 17600, по Украине 10 с копейками за месяц. Да? Дальше смотрим. Ага, а вот чуть-чуть внизу влезла, закрыла панельку. Дальше смотрим 2019 год, вот апрель месяц. За 3 недели работы в сети интернет я получила 23 622 гривны. И наша печальная зарплата по Украине, конечно, да, апрель месяц 10200 за месяц, то есть... Вот тут я переводила в начале 23 тысячи моих, это примерно там 33 тысячи, чуть больше гривен в месяц у меня, значит, доход. Плюс за это время, как я вам говорила ранее, я получала премии. Выше есть скриншот, это моя премия $2000 за звание золотой директор, доход плюс $2000, я получила 69 тысяч гривен на карту. И вот свеженький доход от 5 июня у меня, это моя премия в $3000 за закрытие звания старший золотой директор. Вот вам внизу еще раз напоминаю, нажмите на лупу с плюсиком, если вам плохо видно. Вот, видно, 103 248 гривен я получила 5 июня этого года. Премия и мой доход. Я думаю, как бы вопросов, почему я до сих пор в Oriflame, почему я 5 лет своей жизни отдала данной компании, так скажу, да, возникать не может. Ну и, конечно, кроме этого, огромный плюс для меня – это моя свобода. Я работаю сейчас, потому что я хочу, или у меня есть люди, да, я могу вечером не работать, пойти отдыхать, поехать в кино, я могу на выходных уехать, куда я захочу, да, то есть я полностью свободна, плюс я не привязана к месту, могу уехать отдыхать, взять с собой телефон и оттуда продолжить в удовольствие своем работать. Конечно же, у меня нет мыслей выйти на какую-то наемную работу, оставить там снова своих детей, да, либо же искать какие-то другие варианты и альтернативы. Поверьте, за 5 лет работы в сети интернет я не видела еще ни одного такого проекта. Как я иногда говорю кандидатам, да, если бы он был, я, возможно, бы была бы там, потому что каждый ищет, где лучше, да, лучше я еще не нашла и сомневаюсь уже, что найду. Так, и давайте я теперь вам расскажу, что же нужно делать, чтобы зарабатывать такие доходы, чтобы уволиться со своей работы, например, да, если она вас не устраивает, не выходить из декрета на наемную работу, чтобы стать свободным и, в общем, получить все то,
о чем вы мечтаете, что же нужно делать и откуда такие деньги, да? Смотрите, мы все с вами создаем поток людей в наш интернет-магазин. Как я уже сказала, мы развиваем сеть интернет-магазинов, да, от компании Oriflame по странам СНГ мы в основном работаем. И наша задача создавать поток людей в данный интернет-магазин. Далее, каждый партнер или лояльный покупатель делает покупки уже для себя и для семьи. Создавая поток людей, из этих людей часть людей придет к вам в команду строить точно так же бизнес, как и вы, да, они захотят тоже денег, они захотят свободы, путешествий и так далее. Часть людей просто будет иметь желание покупать продукцию по дисконту, получать там подарки, акции, в акциях участвовать и так далее, да. И каждый этот партнер, который к вам придет, начнет приобретать продукцию для себя и семьи. Сумма всех этих покупок — это и есть организованный вами и вашими людьми товарооборот вашего интернет-магазина. Еще хочу обратить ваше внимание на фразу «мы с вами создаем поток людей», потому что действительно это так и есть, мы полностью всему обучаем, и не просто обучаем, мы помогаем вам с потоком людей в вашу команду, с потоком людей на ваш магазин. Да, поэтому вы не одни будете, когда придете и начнете с нами работать и сотрудничать. Да, мы будем вместе с вами не только информационно, но и помогать по созданию команды. И дальше что происходит? Мы создали товарооборот в интернет-магазин, и компания нам платит как организатору. Заметьте, тоже не продавцу. Мы не бегали, не продавали это все по вот этим вот людям, например, да? Не носились с этими сумками, с шампунями и не рассказывали, какие у вас там будут классные волосы или смотри, какой классный аромат. Мы занимались организационной деятельностью, сидя дома, да, у себя через интернет. И компания нам платит от 3 до 22% от созданного нами товарооборота. Смотрите, суть нашего проекта в итоге, да, я думаю, вы уже, в принципе, ее уловили, это оказание рекламно-информационных услуг и создание товарооборота для интернет-магазина. У нас есть три конкретных действия для того, чтобы здесь добиться успеха, начать тоже зарабатывать, путешествовать, получать премии, в общем, все-все плюшки собирать. Это обучение. Я думаю, вы все понимаете, да, что без обучения никуда. Для многих из нас это новое направление. Я когда пришла, я честно ничего практически не знала, я знала только по своей там бухгалтерии, как что считать, да, на компьютере, в интернете я практически нигде не лазила, он у меня был подключен как месяц, только мы его подключили, поэтому я всему училась с нуля, и очень-очень много девчонок, которые пришли, как говорится, знали только как включить и выключить компьютер. Но нас объединило то, что у нас было большое желание, да, что-то изменить в своей жизни. У нас было желание не жить так, как жили мы раньше. Желание дать своим детям больше, чем мы могли дать на данный момент. То есть мы думали о будущем, мы не жили только, да, там одним днем, есть что покушать, и слава богу, завтра подумаю уже завтра, да. То есть мы думали о будущем, о своем и наших детей. У нас, кстати, 80% партнеров в команде — это мамочки в декрете, мамочки с детками, да. Поэтому обучение у нас есть, и научиться можно всему. Обучение полностью бесплатное, поэтому нет у вас риска, что вы можете там что-то потерять, или что вы обучитесь, а потом что-то у вас не получится, еще что-то такое. То есть можете не переживать, рисков никаких нет, потому что нет никаких у нас вложений. Второе конкретное действие — это личное потребление. Как я уже выше тоже говорила, да, каждый наш партнер
приходящий к нам в проект начинает совершать покупки у себя в интернет-магазине. После регистрации каждый получает доступ к такому вот своему интернет-магазину, где у всех у нас есть дисконт от 20% на продукцию и доступ ко всем распродажам, акциям, подаркам и так далее. И третье наше действие – это реклама нашего проекта, реклама нашего бизнеса и приглашение людей в команду. То есть рассказывая людям о возможности заработка с нашим проектом, приглашая их к нам, мы тем самым создаем поток людей на наш интернет-магазин. И, как я уже говорила, часть людей станет вашими партнерами вместе с вами, будет зарабатывать, ездить потом по путешествиям, банкетам, да, по встречам. Часть людей просто останется лояльными покупателями и будет приобретать для себя продукцию точно так же, как приобретала раньше в магазине, только здесь удобно, сидя дома, поклацал кнопочки, еще и классный дисконт и много выгодных предложений и подарков. Смотрите, да, то есть мы делаем то, что и делали ранее. Создание товарооборота, да, это один из самых важных действий в нашем проекте. Вообще все эти три действия важны, то есть если вы какое-то одно действие упускаете или изучили первые уроки и решили все, что мне обучение не нужно, я только делаю товарооборот и приглашаю людей, то вы тоже на определенном этапе можете как бы застрять, так скажу, да, потому что обучаться, развиваться нужно всегда, все меняется и нужно повышать всегда свои знания, да, саморазвитием нужно заниматься всегда, как бы, и тогда вы будете быстро расти, будете делиться своими знаниями со своей командой. Насчет товарооборота. Мы делаем то, что делали и ранее, только теперь со своим интернет-магазином. Соответственно, без накруток, потому что мы берем продукцию напрямую от производителя. У нас нет помещений, да, нет наемного персонала, соответственно, стоимость продукции у нас классная, да. Мы платим только как бы, да, за продукцию. То есть покупаем все, что покупали раньше, духаемся, красимся, витамишки покупаем, да, и все аксессуары у себя в интернет-магазине. И мы имеем теперь классную возможность не просто покупать то, что нам нужно, как в обычном магазине, а еще и покупать и зарабатывать. Мне очень нравится вот эта вот картинка слева внизу. Я своим девчонкам часто говорю, если вы на нее посмотрите и вдумаетесь, у вас все вопросы о товарообороте и о сути нашего бизнеса отпадут, потому что действительно это правда. Покупая в магазине там этот кусок мыла и другую продукцию, вы можете его только просто использовать. Плюс этим самым вы принесли выручку магазину, вы заплатили за все его вложения, там, за аренду, да, за наемный персонал, там, за оборудование и так далее со своего кошелька, потому что вы знаете, что какие накрутки делают магазины, да, плюс поставщик, который привез эту продукцию, он заработал, и все с наших денег, с нашего кармана эти все затраты магазина покрываются, плюс магазин, соответственно, еще и хочет заработать. Мы потратили свою денежку, пришли домой и просто попользовались этой продукцией. Сотрудничая вместе с нами, да, и с компанией Oriflame, она дает уникальную возможность точно так же пользоваться продукцией, но еще и при этом зарабатывать. Если мы будем организаторами у компании, да, предпринимателями, не просто покупателями. Если мы обычные покупатели, мы получаем продукцию с дисконтом, мы получаем подарки по всем возможным акциям, там дополнительные скидки и так далее. Если мы становимся организаторами, компания делится с нами своей прибылью от 3 до 22% плюс процентов, плюс, соответственно, премии и пассивный доход есть у компании с уровня золотой директор. Нам не нужно арендовать помещений для этого, да, не нужно заниматься доставкой, логистикой, бухгалтерией, то есть какой-то бумажной волокитой для того, чтобы вести эту организационную деятельность. Все это на себя взяла компания.
И поймите тоже, и продает тоже компания данную продукцию. Вы не отправляете эти заказы людям, вы не бегаете там по почте, да, не созваниваетесь, а есть в наличии, а нету, потом опять звоните людям, нету в наличии, бери замену или еще что-то. Этой всей волокитой мы не занимаемся. Уже каждый сам партнер напрямую работает с компанией. Наша задача пригласить людей, рассказать все плюсы, выгоды покупок их в своем личном интернет-магазине, да, рассказать о том, что они будут получать, если они будут точно так же, как и вы, рекламировать наш проект и приглашать людей в команду, и помочь людям с обучением, да, и уже далее помогать людям с потоком людей и вместе выходить на доходы и вместе зарабатывать. Курсор убрать, ну, девчонки, уже поздно увидела, извините. Так, что же можно получить, развиваясь в экспресс-карьере в партнерстве с Oriflame, да, выполняя вот эти вот действия, что можно получить, расскажу со своей точки зрения, да, на своем опыте, что уже я получила и что может тоже получить каждый из вас. Это, конечно же, свободу, как мышление, так и действие. Я уже неоднократно говорила своим девчонкам, я пришла сюда на деньги, на дополнительный доход к декретным пособиям, да, думала, гривен 2000, если я буду еще здесь получать, мне будет как бы классно, шикарно дотянуть до выхода на работу. Но когда я увидела, какие здесь есть суммы, какие есть перспективы, а когда увидела, как девчонки скидывает фотографии своих трудовых о том, что уволились, и ой, класс, супер, я не выхожу с декрета на работу. Конечно же, я загорелась тоже такой идеей и поставила себе цель тоже приложить максимум усилий, чтобы не выходить на работу. И слава богу, да, все осуществилось благодаря моей настойчивости, да, моим стараниям и уже моей классной команде, которая со мной вместе идет к своим целям, да, у меня это все получилось. И я уволилась, и свобода для меня, как бы, да, стала намного больше, как бы, вот так в приоритете, или как сказать правильно. Ну, в общем, пришла я на деньги, получила свободу, и я поняла, насколько это круто, и она у меня на первом месте, вот вы видите, моя свобода. Веру в себя и личностный рост. Действительно, здесь у нас колоссальный личностный рост. Можно проходить всевозможные тренинги, можно общаться с классными, успешными людьми. Соответственно, да, как говорится, с кем поведешься, того и наберешься, да, что твое окружение тоже отражает тебя. Если ты хочешь, да, изменений, если ты хочешь стать уверенной в себе, если ты хочешь там развиваться, стать успешной, тебе нужно окунаться в это окружение, общаться с ними, и, соответственно, да, постепенно ты тоже станешь таким же. Далее, финансовую свободу я получила и пассивный доход. С уровня золотой директор есть пассивный доход, и вы можете остановиться и уже не работать, если вас данная сумма устраивает, либо если на данный момент хотите там отдохнуть, хотите там еще там одного ребеночка, например, родить, да, как говорится, вы можете уйти на пенсию, прекратить работу, просто пользоваться продукцией, и вы будете получать доход, то есть это очень здорово. Новых знакомых и друзей, да, это так. У меня много уже друзей, и основная масса, кстати, друзей, это у меня друзья с нашего проекта. Потому что поменялось мышление, поменялись взгляды на жизнь, и люди знакомые, которые, ну, часто ноют за свою наемную работу, за зарплату и так далее, но при этом не хотят ничего менять, ну, к сожалению, как бы наши пути разошлись, да, может, к сожалению, может, к счастью, как бы у меня круг теперь классных, довольных, счастливых и целеустремленных друзей и партнеров. Дальше, насыщенное и увлекательное времяпровождение, банкеты, форумы, конференции. Далее покажу вам тоже несколько фотографий с наших мероприятий. Это вообще очень здорово. До этого на таких мероприятиях я, конечно же, нигде не была.
искренность, да, это действительно так. В нашем проекте нет места для интриг и подсиживания между сотрудниками. Для меня это тоже пункт важен, потому что у меня было такое на наемной работе, женский коллектив, это ой-ой-ой, да, как там не просто работать, да, здесь такого нету, да, женский коллектив у нас тоже на 90%, но здесь все прозрачно, каждый друг за дружку радуется, помогает, поддерживает, то есть сплоченная командная работа. Дальше, красоту и здоровье себе и своей семье, об этом вначале немножко, да, сказала и показала вам. Авто еще, да, благодаря компании Oriflame я приобрела массу других подарков. И я еще очень рада, что у меня есть классная возможность помогать детям-сиротам и нуждающимся. Мы с девчонками организовываем, да, всевозможные акции. Уже более 4 лет я занимаюсь помощью детям-сиротам, да, организовываю акции по команде. Каждый, кто может, присылает продукцию, я развожу, разношу, тоже покажу это немножко. Ну и, конечно, благодаря тому, что у меня хорошее финансовое положение, я могу помогать нуждающимся, кто где заболел, кто у кого детки там и так далее, да, всегда как бы стараюсь помочь. А раньше, как говорится, было, кто бы тебе помог. Покажу теперь вам немного на фотографиях, это, ну, о чем я говорила, да, за период работы своей я получила, я уже говорила, да, 8500 долларов премии, вот моя трудовая, в 2017 году я уволилась, вот снова мой скрин с моими доходами, как подтверждение, ну, это поставила как бы фотографии, мои подарки, которые я получала, и получают компании, это всего лишь маленькая часть. Хотела просто показать, что подарки у нас от компании, это не только какие-то крема там или, да, там шампуньки или ароматы. Очень много у нас техники, чемоданы, сумки, аксессуары, да. Вон там вот и эти, как их, самокаты дарит компания, фитнес-часы. То есть очень много всего, всевозможных и розыгрыши, и поощрений, и у меня уже кухня, если честно, посуда практически вся от компании Oriflame. Начиная там от чашек, тарелок, заканчивая кастрюли, сковородки, и еще и все шикарного качества. Дальше покажу тоже немножко. Это финансовая сторона, как бы, да, наша, как мы отмечали раньше дни рождения детям, вот видно здесь вверху, и как это все происходит у нас сейчас. Ну, и я считаю, что, да, для каждой мамочки, это вот внизу 5 лет было, это 6 вот лет у нас, считаю, что для каждой мамочки счастливые глаза детей – это самое большое счастье. Ради них мы живем, ради них мы трудимся, поэтому ну, это для меня самая, как бы, да, большая мотивация – это мои счастливые дети. Как еще говорится, да, некоторые говорят, нет, я не могу работать, у меня не хватает времени, у меня же дети, да, а я всегда говорю, вот именно потому, что у меня дети, я нахожу время и возможности работать. То есть кто как расставит приоритеты. Это то, что касается нашей насыщенной классной жизни, да. Плюс еще у нас в команде мы с директорами друг дружку поздравляем, балуем всегда разными походами в спа-салоны, конными прогулками и так далее. То есть еще один плюс сотрудничества с нами. Да, не только компания нас поздравляет премиями и поездками, но еще и мы в команде. То есть очень классно. Это я и моя команда, да, это мы с партнером, с детками отдыхали в Киеве, то есть встречаемся, проводим очень классно время. Это тоже мы в Мадриде в прошлом году, это на банкете тоже в прошлом году, то есть шикарнейшие светские мероприятия. В прошлом году я была первый раз на золотой конференции, ну, девчонки с меня смеются, я на второй день только осознала, что я в Мадриде, в Испании, как-то это все
не верилось. Точно так же, когда первый раз я летела в Египет, именно от компании, я первый раз летела на самолете, я тогда, конечно, напилась таблеток, потому что, да, мне 30 лет, 31, наверное, тогда был, я ни разу не летала, да, и для меня это было что-то. Сейчас для меня это спокойно, свободно, да, это уже как бы норма является полететь за границу с компанией, там, с семьей. Это в 2017 году мы с родителями летали в Египет. Я в 31 год свой, да, впервые полетела на самолете и была за границей. А мои родители были вот 2 года назад, да. Папе было практически 60 в это время, то есть, да, первый раз. Он тоже до конца не верил, что я говорю правду, что полетим, полетим, все, говорю, делайте паспорта, мы будем зимой лететь в Египет. То есть это тоже, сейчас говорю, у меня мурашки, тоже видеть глаза своих родителей, удивленные, счастливые, благодарные, потом по приезду... Шквал эмоций, и папа везде ходил по своим знакомым, там на работе всем рассказывал, как это в Египте, как это здорово, как он летел на самолете, и что действительно там все включено, и ты можешь брать, есть и пить все, что хочешь. Он мне до последнего не верил, что действительно можно несколько брать там котлет, приходить несколько брать пирожных. И так далее, да, то есть, ну, это непередаваемые эмоции, когда ты можешь еще в свою очередь помочь родителям, что-то им дать, что-то им показать, то есть тоже внести изменения и яркие краски в их жизнь. Вот папа мой еще этим, как его, снорклингом занимался, да, то есть тоже вот, ой, хочу, но никак, увидел, сколько стоит, говорю, все, папа, хочешь, ну, бери привычку, да, как бы меньше смотреть на цены, быстро переводить эти доллары в гривны, ой-ой-ой, да нет, мне уже не хочется, вдруг я не смогу, это все как бы, да, уже начинается от того, что ой, дорого, уговорила я его, тоже был довольный, такой счастливый, катались на верблюдах, прыгали с парашютов, то есть масса эмоций. И, конечно же, большая благодарность была родителя, это тоже здорово видеть, когда твои родители счастливы, благодарны и гордятся тобой, это тоже придает силы, мотивации, уверенности, и ты понимаешь, что ты, да, в правильном месте, и что ты трудишься и живешь не зря. Также, как я уже говорила выше, мы приобрели автомобиль Toyota. Вот такой вот был автомобиль у моего папы 80-го года Mercedes. И сейчас у нас Toyota Corolla 2010 года. То есть тоже папа сейчас на ней ездит. Я ему уже ее полностью отдала. Как-то не сложилось у меня, больше люблю ездить я рядом и подумать, поразмышлять, а так за рулем голова все время у меня в напряжении, что куда нажать, на какой светофор посмотреть, поэтому я люблю в качестве пассажира ездить. И, конечно, тоже папа до конца не верил, что это автомобиль будет его, что он уже не будет мучаться со своим Мерседесом зимой, застревать полях и не знать, как дальше доехать домой. То есть вот так вот. И, как вам и говорила, покажу еще, да, свою организационную деятельность в плане помощи детям сиротам. Это вот собрала несколько своих фотоотчетов, как мы помогаем командой деткам обездоленным, да, которые, к сожалению, остались без родителей, как заботится государство и что, какие средства выделяются, думаю, все вы знаете. Вот вверху справа, это я была в Криворожском доме ребенка, где вообще манюсенькие детки от рождения до 3 лет, они здесь находятся, дальше уже распределяются по интернатам. Вот столько для малюсеньких всего мы приобрели. Девчонки еще выслали деньги, купили мы большую упаковку памперсов, да, то есть, ну,
Очень классно и, конечно, большая благодарность, что девочки меня поддерживают, и вместе мы каждый, да, понемногу, и нас много, в итоге вместе мы можем очень здорово помогать людям. Это вот тоже я вручала деткам в реабилитационном центре у меня здесь на Ингульце. Я как бы, они у меня под опекой, или как сказать, да, то есть каждый год, каждый на День Николая, и к 1 июню я их посещаю, и мы оказываем им такую материальную помощь. Это мои помощники, папа мне, конечно же, тоже здесь помогает, тоже спасибо. И возит это все со мной, и получаем мы. Очень, конечно, я повторюсь, рада, да, что имею возможность помогать людям, помогать детям. Скажу еще, подытожу в конце еще несколько слов, что же все-таки нужно делать, да, чтобы в итоге получить то, о чем я рассказывала, получить все плюшки от компании, да, и выйти на классный уровень, да, и полностью стать как бы свободными, да. Что же нужно делать? Пользоваться продукцией, покупать не в обычном магазине, а в Oriflame у себя в личном кабинете, в интернет-магазине. У вас есть свой интернет-магазин, зачем относить свои деньги в чужие магазины, да? Точно так же, если бы вы открыли реальный свой магазин, будь то тоже там с косметикой, например, да, или какую-то булочную, вы бы, конечно же, все брали у себя. Свежий хлеб, свежие булки брали у себя, приносили домой, рассказывали сестре, всем знакомым, что вот я открыла булочную, приходи ко мне, всегда подскажу, какие свежие булочки, да, сделаю какую-то там, может, тебе скидочку там и так далее, да. Потому что это ваш магазин, и это ваш товарооборот и ваш доход. Точно так же здесь и у нас. Если вы поймете, что после регистрации вы получили свой интернет-магазин, и вам уже не стоит заглядываться на другие магазины, там Евы, Просторы, Магниты какие-то, да, что у вас все-все здесь есть. Тут вы будете все приобретать у себя. Плюс, как я уже сказала, у вас есть сестры, мамы, папы у всех, да, тоже им сказать, что вот у меня есть свой интернет-магазин, приходи за всем необходимым, всей продукцией, моющейся, красящейся, да, аксессуары и так далее, приходи ко мне напрямую от производителя, качественно и доступно. Дальше, что нам нужно делать? Приглашать людей в свою команду, которые будут дублицировать нас, то есть будут повторять наши действия, которым мы вас научили и которые делаете вы. То есть система уже работает годами, как я уже говорила, все проверено, есть готовые инструменты, готовые пошаговые инструкции. Вы просто берете и начинаете их применять, все изучаете и начинаете повторять наши действия пошагово, и соответственно вы тоже выходите на такие результаты и достижения, которых уже достигли мы, ваши спонсоры, там кто вас пригласил, да. И третье действие — обучаться, это очень важно. Учение свет, а не учение чуть свет и на работу. Это действительно так. Покажу еще в таких цифрах и в таком виде вам, что же вас ждет, да, с уровня директор. Средний доход 7000 гривен и премия $1000. Премия всегда выплачивается по курсу в валюте вашей страны на момент выплаты, что тоже очень классно. Нет какого-то определенного курса компании, что, например, там, да, по курсу 20 гривен 1 доллар и всем выплачивают именно на момент выплаты. То есть компания все продумывает, чтобы по максимуму нас поощрять, ценить, да, то есть все, что было у нас здорово. Старший директор 10 тысяч гривен, золотой директор 14, ну и вы видите дальше премии, то есть смотрите, выбираете себе сектор, который вам больше всего нравится, узнаете у своего спонсора, какие действия вам конкретно нужно сделать для того, чтобы выйти на данный уровень, да, например, старший директор, вам нужно вырастить в команде одного директора, чтобы уже у вас под вами человек тоже стал директор, и суммарно
по всем другим веточкам иметь 7500 баллов товарооборот. Ну, это уже дальше, когда вы будете изучать маркетинг-план, вы уже дальше поймете, да, конкретнее, что это значит. Золотой директор – это когда есть вы и под вами есть два директора. Катя, например, к вам пришла, она директор, и Маша, она у вас тоже директор. Вы в результате получаете золотой директор и получаете премию 2000 долларов. И вот с этого уровня начинается пассивный доход. Вы можете уже как бы там отдохнуть, не работать, заняться там детьми, еще что-то. А можете продолжить работу и покорять дальше ступеньки. Старший золотой, сапфировый директор. И вы видите, как будут увеличиваться ваши доходы и премии. Вот такая перспектива ждет впереди всех, кто примет решение сотрудничать вместе с нами, или кто уже принял решение, и вы пойдете дальше, не испугаетесь, да, не расслабитесь, будете дальше трудиться и работать, и это все вас ждет впереди. В принципе, у меня на сегодня все. Если есть вопросы, можете написать, я отвечу. Очень мне понравились вот эти вот две картинки. Хочу вам сказать и пожелать, что у вас обязательно все получится. Если к вам в голову лезут в мысли, а что если, а вдруг еще что-то, да, и какие-то дальше потом тараканы, а что если не получится, а что если это не мое, а что если я не получу денег в итоге и так далее, вы себе задайте вопрос. А что, если у меня все получится? Вернее, скажите такое утверждение даже, да? У меня все получится. И что будет в итоге, если у вас действительно все получится? То, что есть у меня на данный момент, я вам показала. И я иду дальше, развиваюсь. У меня много девчонок, которым я обещала помочь, которых я тоже хочу увидеть и в директорской команде, и в команде своих золотых директоров, чтобы вместе ездить, путешествовать, да, поэтому мы и дальше трудимся вместе. Верьте в себя, и у вас обязательно тоже все получится. У меня все, я смотрю, вопросиков нету. Запись будет, да, я сброшу в общий чат директорский, и уже ваши директора вам спустят. Все, спасибо вам тоже за присутствие. Надеюсь, информация была вам полезна. Вы замотивировались, да, поставите себе какие-то цели, определите свою ступеньку и возьметесь за активное действие и начнете двигаться к своим целям. Все, всем пока и хорошего дня!